Что важнее, друзья, как вы думаете, процесс или результат? Что если процесс идет, а результата нет? Вроде бы человек занят, но как бы без толку. Процесс идет, но неизвестно, к чему он приведет. Процесс идет, но непонятна цель. И я думаю, что большинство из нас, я первый, который утверждал очень много и долго, что нам не совсем интересен процесс. Нам важен результат. Я вообще человек очень требовательный к себе и, наверное, к другим. И для меня результат, целеустремленность, ну, жена подскажет, что это часть моего характера. Для меня результат – это очень-очень важно. А процесс, ну, так себе. И вот я стоял на таких позициях, что нам не интересен процесс, нам важно, самое главное, результат. Но сегодня хочу поделиться с вами большим откровением, друзья. Результат невозможен без процесса. Результат невозможен без процесса. А процесс может быть медленным. Процесс может быть непонятным. Кажется болезненным, длинным, неопределенным. Что же такое процесс? Определение. Это серия или набор действий, которые поэтапно изменяются, взаимодействуют с целью получения результата. Многие сегодня люди находятся в процессе. Многие ждут ответа от Бога, ждут перемен, ждут помощи. Всем нравится результат и плод. И почти никому не нравится процесс. Часто он непонятный, часто вызывает много вопросов. Но любой чемпион и спортсмен, который получает медаль, можно назвать, медаль – это результат. Но путь к медали – это называется процесс. Диплом, который человек получил по окончании университета, это можно назвать результат достижения. Но путь к диплому, уроки, бессонные ночи, спортсмен, который тренируется, потеет, диета, ограничения, это все называется не очень легкий, не очень приятный процесс. Процессы бывают разные. И длинные, и короткие. Приготовить кушать на такой званый, красивый обед может занять процесс, ну, 5 часов. А получить диплом тоже процесс, но может примерно занять 5 лет. Вопрос к вам, друзья. Когда родился ребенок, это результат или процесс? Ох, как ваши мнения разбежались. Я слышал и результат, и слышал и процесс. Правда, очень интересно. Такой вопрос, и сразу у всех мнения разные. Повторю вопрос. Родился ребенок. Это результат или это процесс? Опять результат, процесс. Голосовать не будем. Попробуем вместе разобраться. Друзья, смотря как посмотреть, смотря как анализировать, по-разному мы с вами оцениваем ситуацию. И с одной стороны, это результат, явный результат, который даже дает свой голос. К этому шли. И с другой стороны, мы понимаем, что это впереди еще длинный процесс воспитания, роста, развития и так далее. Оказывается, друзья, можно сказать, что это и да, и нет, и результат, и процесс. У меня к вам следующий вопрос. А от чего зависит наш ответ? Почему некоторые думают результат, некоторые думают, что это процесс, и то правда? Но я думаю, друзья, часто ответ наш на подобные вопросы зависит от зрелости, опыта жизни. Человек, который родил уже не одного ребенка, он понимает, что
что да, это и результат, но он больше осознает, что это, ох, какой еще и процесс. Вырастить, воспитать, привести к Богу.